Еще одна трагедия с участием ребенка произошла в городе несколько часов назад. Из окна многоэтажного дома по улице Интернациональной выпал 2-летний ребенок. Пока известно о том, что малыш скончался на месте падения. 18 августа 2015 года в Белореченский межрайонный следственный отдел из отдела полиции поступило сообщение об обнаружении трупа малолетнего ребенка вблизи одного из многоквартирных домов по улице Интернациональной города Белореченска. В ходе процессуальной проверки установлено, что данный малолетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 5-м этаже данного домовладения. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.